Приветствую вас, жители Земли! Сегодня на примере своего видео покажу, как скачать и установить себе аниме-игровую платформу QApp, которую я также в своих обзорах обычно называю азиатским плеймаркетом. Заходим в YouTube, находим мое видео, открываем описание, тыкаем на ссылку и открываем в Chrome страничку игры. Нажимаем кнопку «Install via QApp», что переводится как «Установить с помощью QApp». И Chrome спрашивает, будем ли мы качать APK-файл. Все приложения и игры на Android устанавливаются с помощью исполняемых файлов с расширением .apk. Обычно автоматом у всех включена Google Play защита, которая проверяет такие файлы на вредоносность и указанные разрешения. В описании этого видео также оставлю ссылку на страницу скачивания QApp. Также вам в настройках надо будет выставить галочку на установку приложений из неизвестных источников. У меня телефон Honor 9, поэтому покажу, где это у меня находится. После того, как скачался APK-файл QApp, жмем «Открыть» и устанавливаем его. По завершении также жмем «Открыть», и нам откроется страничка игры в приложении QApp с возможностью зайти через Facebook, Google или просто гостем. Я достаточно долго сидела там гостем, и у меня не было проблем со скачиванием и обновлением игр. Эта платформа выкачивает APK-файлы, после чего выскакивает окошко установки. И да, для этого приложения мне тоже в настройках, как и для Chrome, пришлось выставить установку из неизвестных источников. Что же в итоге? Аниме-игровая платформа QApp станет оазисом из аниме-игр для жаждущих мобильных игр в стиле аниме. Также на этом сервисе есть новости аниме, видеоролики о том, как начать разные игры, и недавно появились комиксы. Надеюсь, мое видео было вам полезным, так что не забывайте подписываться, мне будет очень приятно. Пока-пока!